Всем привет, друзья! С вами Светлана, и я знаю, что вы соскучились по вторичному жилью в Анапе. И сегодня у нас эксклюзивная квартира в 10-этажном жилом доме, кстати, 2014 года постройки. Это не панелька, это не хрущевка, это нечто круче, лучше даже с видеонаблюдением. И я сейчас нахожусь на улице Новороссийская, 265. У нас здесь эксклюзивно продается однокомнатная квартира 56,8 квадратных метров. Пойдемте посмотрим. Я такой потолок в лифте ни разу не видел. Посмотрите, какой интересный дизайн. Огромный плюс этой квартиры то, что здесь двойная дверь. То есть сама по себе межкомнатная и вот такая плотная входная металлическая дверь. Что самое интересное, здесь на этаже всего 5 квартир. Друзья, мы находимся в очень интересной эксклюзивной квартире, действительно эксклюзивная, потому что в этом 10-этажном доме таких квартир больше нет. Сейчас продажи по такой цене, это прям очень хорошая продажа. Здесь у нас продается однокомнатная квартира. Просто послушайте, 56,8 квадратных метров. У нас с мужем двухкомнатная такой планировки, а здесь однокомнатная, причем кухня с функцией гостиной. Причем это не маленькая кухня 15 квадратов, это кухня, которая 20 квадратных метров, и она даже визуально видно, что там можно целую гостиную обустроить. Мы сейчас находимся в коридоре. Вот, естественно, шкаф, купе, прихожая, все остается. Давайте я вам покажу сначала санузел. Санузел у нас 4,3 квадратных метра. Все, что вы видите пока на экранах, все остается. Здесь стоит вот хорошая ванна, санузел. Раковина с рукомойником, стиральная машина. Ну, самое главное, что нужно сказать об этом доме, то, что здесь индивидуальное газовое отопление, соответственно, двухконтурный котел. Это у нас жилая комната. Здесь у нас 24 квадратных метра. Если бы точнее, 23,7, но выглядит визуально, я думаю, видно, что очень-очень просторная, огромная. Из мебели здесь остается диван, все остальное он как бы забирается. Здесь установлена сплит-система. И вот такой небольшой лайфхак. Здесь как такового балкона нет, но предусмотрена ниша. Если вы сами захотите все-таки отделить зону лоджии от спальной комнаты, вы можете уже самостоятельно сделать остекление, и у вас появится тем самым балкон. Идем дальше, я вам сейчас покажу кухню. Так, добро пожаловать в нашу кухню-гостиную. Мне очень нравится, здесь так все уютно обустроено, даже цветочки есть, а какие орхидеи на подоконнике, я вам еще обязательно их покажу, там вообще прелесть. Смотрите, здесь шикарная, большущая кухня, мне кажется, мечта любой домохозяйки, если вот вы любите готовить, просто вся эта стена и эта стена – это ваша кухонная рабочая зона. При этом здесь помещается, вы посмотрите, это не маленький стол. Это действительно большущий стол со стульями. То есть здесь можно, если еще добавить два стула, спокойно принимать гостей. Ну и, конечно же, что остается в кухне? Здесь остается кухонный гарнитур с холодильником, диванчик, дополнительное спальное место, как я и говорю, евро-двухкомнатная квартира с функционалом. Забирают микроволновую печь, телевизор, ну и стол со стульями, в принципе, тоже заберут. Здесь, видите, газовая плита. И давайте акцент на коммунальных платежах. Вот смотрите, за январь получается 650 рублей. Вот вы видите, это газ. Остальные коммунальные платежи у нас получаются вот в такую сумму. 1653 рубля. Это реальная ее сумма. То есть вот она электроэнергия, тут и холодное водоснабжение, показания. Вот тоже оплата. 2300, это у вас обслуживание 56 квадратных метров. Будем даже считать 57, потому что без двух десятых, то есть 57 квадратных метров, всего 2300. Ну и давайте об инфраструктуре. Так как это у нас дом в центральной части Анапы, даже вот реально центральнее некуда, потому что у вас вот она под окнами школа номер 5. За школой прямо следом же стоит садик. С этой стороны музыкальная школа, это вот по улице Крымской. Также там еще и женская консультация. Здесь ходит общественный транспорт, то есть доступность реально шаговая. Ходят маршрутки по всем направлениям. Пешком до центрального рынка 7 минут, до восточного рынка 10 минут, до моря 15 минут, ну, может быть, 20, если вы захотите где-то побродить по дороге. Вот еще раз вам ее показываю. То есть по этой стене полностью окна. Можно, кстати, заменить на холодный свет или добавить, наоборот, где-то светильнички, и у вас прям вообще вся квартира засияет. Сплит-система, диванчик,
По стоимости данная квартира продается за 4 миллиона 550 тысяч с мебелью, с ремонтом на 4-м этаже, в шаговой доступности ко всей инфраструктуре. Повторюсь, это у нас 11-этажный дом, причем 11-й нежилой, поэтому я говорила вначале, что это 10-этажный жилой дом. Единственный минус этого дома – это то, что малое количество парковок. Но для центральной части города, именно центрально-курортной, то есть это уже центральнее некуда, это нормально, потому что раньше город проектировался немножко иначе. Этот дом свежий, он 2014 года постройки. По стоимости можно взять в ипотеку, и вся сумма будет прописано в договоре, так как владение больше 5 лет. То есть это отличный вариант для тех, кто хотел бы шикарную квартиру в центре города с шаговой доступностью ко всем объектам инфраструктуры, но при этом еще и возможно получить ее в ипотеку. Если понравилось данное предложение, обязательно звоните по телефону. Предложение нереально выгодное, потому что такого вы не найдете. Это точно в центральной части города. Это не панелька, это не хрущевка. Это реально классный современный жилой дом. Я вам все его еще с улицы покажу обязательно. Это реально очень комфортный дом. Пятерочка у нас находится прямо на 1-м этаже, вот как раз с этой стороны дома. Я думаю, что вы понимаете все прелести нахождения именно в этом микрорайоне, и в этом доме, и в этой квартире. То, что здесь 57 квадратных метров, огромная получается кухонная зона, граничащая со спальной зоной. Там огромная спальня, 23 квадрата и 7 десятых. И большой интересный санузел. В общем, звоните. С вами была Светлана. Обращайтесь. Буду рада вам помочь.